Отвлекись от телефона, сними наушники, убедись в безопасности. Яркие надписи на асфальте, призывающие к внимательности, вновь появились на территории Одинцовского округа благодаря инициативе родительского сообщества. Изначально данный проект стал реализовываться около 3 лет назад. Мы отправили запросы, где бы мы хотели видеть, как родители, вот такую разметку, зная самые сложные участки дороги, где наши дети могут попасть в какую-то непредвиденную ситуацию. После этого согласовали все это уже со всеми дорожными службами. И уже после этого появились первые такие логотипы. В преддверии нового учебного года дорожные службы обновили зебру около Маловеземской школы. А перед пешеходным переходом по заготовленному трафарету нанесли отвлекающие от телефонов и разговоров надписи. Пятиклассница Алиса поддерживает подобную инициативу. Я обычно, если только могу заговориться с подругой, а так в телефон я не смотрю особо. Ну, это тебе поможет, если ты заговоришься с подругой? Да, скорее всего. А потому что они достаточно светлые и яркие, ее можно заметить легко. Маловеземскую школу в основном посещают дети из городка 17, поэтому такие надписи появятся по всей дороге домой в опасных для ребят местах. Появление логотипов положительно сказывается на безопасности юных пешеходов, говорят педагоги. Нанесение такой разметки позволило нам вот за 3 года, которые мои детки учатся в школе, уже точно не иметь никаких вот инцидентов и каких-то случаев. И мы надеемся, что дальше так и будет продолжаться, и мы только лишь поможем улучшить ситуацию с передвижением наших детей по дорогам. Наталья Гончарова, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».